Уже год, как Абхазия борется с пандемией коронавируса. Первым заразился коронавирусом в апреле житель Гагры, но меры по защите населения были приняты раньше. В марте был создан координационный штаб и введены первые ограничения. Были запрещены массовые мероприятия, свадьбы, закрыт общепит, школы, театры. Жители стали скупать продукты, лекарства и защитные маски. Ателье наладили, пошив масок. Верующие, несмотря на ограничения, совершили крестный ход против коронавируса. Многие работодатели перевели сотрудников на удаленку. В конце марта 2020 года в стране ввели режим чрезвычайного положения. Были закрыты границы, в нескольких районах ввели комендантский час. В мае вспышка вируса была выявлена среди студентов, вернувшихся из России. Но к концу лета ситуация стабилизировалась. Абхазия стала принимать отдыхающих. К ограничениям страна вернулась осенью из-за обострения ситуации. Только в ноябре было выявлено более 2800 случаев. Гудаутская районная больница стала ковидным госпиталем. Позже открыли спецотделения и в других районных больницах. На помощь абхазским медикам пришли российские военные медики. В октябре в Абхазию прибыл мобильный госпиталь Минобороны России и покинул страну только в марте 2021 года. Всего в республике было зафиксировано 13 576 зараженных, 13 070 из них выздоровели, 216 умерли. Болезнь идет на спад, в стране уже снята большая часть ограничений. Открыты школы, детсады, театры и кафе, работает общественный транспорт. Но все еще запрещены свадьбы и массовые мероприятия. Несмотря на коронавирус, страна готовится к предстоящему летнему турсезону.